Когда на улице дубарь, а это верно ведь, январь, ты лучше дома посиди, чаек попей, смотри в окошко, голодных птичек покорми и о былом чуть погрусти. А там весна, и все растает, и лето жаркое придет, свои проблемы принесет. Уж коли январь такой случился, в июле сморит всех жара. Купаться будем до утра и тело покрывать загаром. Потом дожди, ты их немножко подожди, и снова холода полюбишь, в оконце на мороз глядя, чаек душистый разливая, о жизни бренной рассуждая, что хорошо и в жар, и в холод, здоровье крепкое иметь, а остальное просто медь. Ее не стоит и иметь, свое здоровье тратя даром, так будем жить и процветать, и строки о любви писать, и посылать их прямо в сердце, готовое сие принять и от восторга засиять. 25 января, Татьянин день, день назван в честь святой мученицы Татьяны. Родители воспитали ее в благочестии, научили божественному писанию. Когда она достигла совершеннолетнего возраста, стала проводить жизнь свою в девстве и целомудрии, молитвой и постом, умерщвляя плоть свою и порабощая ее духу. За свою добродетельную жизнь была поставлена диаконессой. Подобно бестелесным ангелам служила Богу во плоти. И Христос Бог венчал невесту свою мученическим венцом. В народе было принято на Татьяну печь караваи в виде солнца, тем самым приглашая солнышко поскорее вернуться к людям. Такие караваи ели всей семьей, чтобы каждому досталась частичка солнечной силы и тепла, а в течение всего дня выполняли женскую работу. Татьянин день считается праздником студентам, введенный в честь подписания императрицы Елизаветы Петровны указа об учреждении Московского университета в 1755 году. Студенты молятся Татьяне, чтобы она даровала им успех в науках, удачу на экзаменах. Приметы. Если идет снег, лето будет дождливым. Ясная морозная погода на Татьянин день, летом будет приятная погода. Большие сугробы в Татьянин день, к хорошему урожаю хлеба. Метели, сильный ветер, засухи летом, не урожаю и плохой рыбалки. Звездное небо в день Татьяны, к ранней весне. Если студент хочет получить особое везение в учебе, ему в церкви нужно отстоять молебень в честь памяти святой Татьяны. Только после этого можно веселиться. Пословица студентов. В день Татьяны все студенты пьяны. Если не напьешься в день Татьяны, учеба будет плохо даваться. Поэтому отказ или сокращение употребления сахара. Так это легко. Я-то думала, что вообще не надо сладкого. То есть без хурмы, без фиников. Нет, и да? И хурма, и финики, и сушеные яблоки. То есть от рафинированного сахара. Именно рафинированного сахара. От тростникового его, знаете, все. Вот я заменю на коричневый. Вы знаете, там огромное количество подделок, и поэтому не тоже, совсем желательно. Да, не найдешь концов. И вот смотрите, когда мы используем, у нас здесь вода структурированная, в огурчиках у нас имеются такие микроэлементы, которые способствуют тому, что начинают лишнюю воду выводить из организма. Поэтому в нашем салатике, особенно вот сейчас, во время поста, да и так в качестве разгрузки, обязательно используйте огурчики. Как они хорошо пахнут. Так, Геннадий Петрович, да. Так как у нас здесь вода структурированная, вы говорите, имейте в виду, что капусту, да, зелень. Капусточка, зелень. Надо добавить огурчика, потому что огурчик выводит лишнюю воду из организма. Да, это все будет выводить лишнюю воду из организма. А, все вместе, весь коктейль. И вдобавок еще огурцы в особенности выводят все лишнее. И, кстати, они делают наши
сосудики эластичными. Значит, добавляю такой микроэлемент, тем более в таком наиболее усваиваемом виде, как кремний, который нужен для кожи, для волос, для ногтей. И также делает сосудики эластичными. Добавьте и мне кремния. Хорошо, 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 обязательно добавим. А я бы сказала, что помидорчик красный просто для настроения, хотя бы вот две половиночки, один помидорчик маленький. И помидорчик используем. Здесь имеются помидорчики как раз своеобразные фруктовые кислоты, которые полезны для нашего организма именно в свежем виде. Дело в том, что вот эти вот кислоты, там щавелевая кислота и прочее, прочее, которые полезны в свежих продуктах при термической обработке, становятся трудно усваиваемыми, и их невозможно, может, не то что усвоить, они начинают откладываться у нас в виде различных, опять-таки, солей, образуя, значит, тугоподвижность в суставах и прочее, прочее, прочее. Поэтому, как только мы начинаем использовать вот такие вот продукты, мы все, что у нас отклалось, растворяем.